Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. В этот день и в нашей стране проведены десятки праздничных программ, а также новых выставок. А музеи предоставили бесплатные услуги. Что интересного ждало посетителей, расскажут мои коллеги. Международный день музеев – это не просто мероприятие, когда можно ознакомиться с уникальными экспонатами, но и посетить интересные выставки. Это время, когда во всем мире вспоминают о важности сохранения культурного и художественного наследия. В рамках этой даты во всем мире проходят увлекательные экскурсии по музейным экспозициям, рассчитанные на широкую аудиторию. Место, в котором представлены богатые сокровища ремесел нашего народа, уникальные произведения изобразительного искусства и их жанров. Эти аспекты были освещены на мероприятии «Культурное наследие Узбекистана. Древняя ценность», организованное по случаю Международного дня музеев. Вот уже больше недели, как я приехала в Узбекистан, и каждый день с удовольствием посещаю музеи, галереи, получаю массу впечатлений от различных фестивалей. Мне нравится красота вашей страны, богатая история, культура, гостеприимные люди. И могу сказать, что Узбекистан стремительно развивается во всех сферах по различным направлениям. Я обязательно расскажу своим близким в Канаде, что я здесь увидела. Расскажу о вашей очаровательной стране. Помимо этого музея, я также побывала в домах-музеях узбекских художников, где я многое узнала об их творчестве и жизни. Также отмечалось, что на сегодняшний день в Узбекистане существует 124 музея, где хранится около 2,5 миллионов экспонатов. В последние годы большое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию деятельности этих объектов и приведению их в соответствие с современными требованиями. По случаю даты Генеральная прокуратура также провела день открытых дверей в Музее истории прокуратуры Узбекистана для представителей правопорядка. Сотрудник должен знать историю своей профессии. Музей был создан в 2009 году. В коллекции собрано более 10 тысяч архивных материалов. Здесь 36 основных выставочных стендов, на которых представлена вся историческая хронология. Музей разделен на 7 тематических блоков. В одном из них расположена «Стена почета». Очень понравилось, очень интересно, очень много разных блоков по регионам. Также отражены международные отношения между органами прокуратуры Республики Узбекистан с другими государствами. Посещение данного музея дало нам вдохновение и гордость за нашу профессию. Также мы узнали всю историю до того, как работали наши коллеги. Мы очень рады, что у нас в республике имеется такой музей. В честь Международного дня музеев время их работы продлено до 10 часов вечера. Работать в этом режиме будут 105 музеев Узбекистана до 22 мая включительно. Трудно переоценить значение музеев, воспитания всесторонне развитой личности. Это хранилище прошлого, место, где вам расскажут об истории и тайнах, забытых событиях и малоизвестных фактах. Всеми этими качествами обладает Каргалпакский государственный музей искусств имени Игоря Витальевича Савицкого, что в городе Нукусе. Особенно многолюдно было в музее сегодня, когда традиционно проходит день открытых дверей. Музей искусств Республики Каргалпакстан имени Игоря Витальевича Савицкого подготовил специальную программу для наших посетителей. Будут проходить мастер-классы, концерты, показ кинофильмов, связанных с нашим музеем. Музеи – это сохранение культурного наследия страны. И мы делаем все для того, чтобы это сохранилось для будущих поколений и чтобы нынешнее поколение воспитывало себя через посещение нашего музея. И вы сможете увидеть, как сегодня, в этот праздник, какое количество молодого поколения, какое молодых людей посещает наш музей. Большую роль в культурном, духовном, нравственном развитии личности играет не только образование, полученное в школе и университете, но и другие источники, которые позволяют расширять представление об окружающем мире, истории, культуре. Среди них музеи, сокровищницы, которые собрали в себе лучшее, что было в истории человечества. Поэтому сегодня в республике в рамках внутреннего туризма увеличивается число посетителей музеев.